В общем, итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это мое начало, в общем-то, наверное, прохождение, в общем-то, даже не начало, продолжение прохождения игры Амнезии Призрак прошлого, а точнее именно различных модификаций, в общем, к этой игре. Так у меня имеется, в общем-то, версия, в которую, как минимум, не знаю, 96 модификаций, если не ошибаюсь. Здесь, наверное, не считал так сильно, сколько всего их имеется. Ну, думаю, в общем, обязательно все посмотрим, поиграем тем самым. Решил все-таки записать все эти прохождения, этих модификаций. Плюс еще официального DLC, которая, в общем-то, вышла к этой игре, да, не знаю, какого года уже. Тоже в 2010 году, наверное, который называется Джустин. Ну, это, конечно, потом будет, пока что начнем проходить эти Custom Story, как он называют их, или модификации к Амнезии. И вообще первый начнем, как обычно, по списку, который здесь имеется. Называется она Абдукцион. Так. Так, посмотрим, что это за такое DLC. Чуть не DLC это. Модификация. Что вроде как с тем же сталкером. О, ключик есть. Так, хотя бы как-то частично на русском написано. Частично на английском. О, фонарик сразу же дают. Ну, все-таки, наверное, модификацию-то делали. Фанаты данной игры. Опс. Что-то даже не разбивается. А. Так, турницы у нас нету. Пока что. А масло там. О, фонарь-то. О, нормально запускать, что-то мне. А, сейчас все нормально. Так, турницы у вас пока нету. Посмотрим, что это себя представляет. Это небольшая так вот модификация. Мне кажется, модификации будут короткие. Мне здесь рассудок теряется тоже. Но, честно говоря, герой это не Даниэль же. Наверное, модификация это или он. Пока непонятно. Все начинается, наверное, неожиданно. Так, это... Это кубок, который я выкинул. О, пусть там валяется. Так, шкафчик. И дверь. А, ключ мне нужно использовать, чтобы открыть. Отлично. Темнотища, блин. А турниц нету. Дом старс. Подвал, что ли, что-то вроде-то и нет. Ух ты. Масло так тратится не так быстро. Так. Тихо. А, турниц нету. Здесь вообще ничего, мне кажется, нету под этими столами. Так, что вообще такое? Да что ли идет? Так. Ждем дальше. Тихо.
Монстрел здесь нету. Так, еще на дверь. Фига себе. Зальчики. Мальши какие. Так, ничегошеньки здесь, никакой даже записки не лежит. Как бывало в оригинальном визе. Просто пустые комнаты. Ну, забитые еще всяким интерьером, а. Так, food storage. Food. Ух ты. Оу. Это локация, конечно, знакомая из оригинальной миссии. О, КСК. Так, масло мне не кончается, блин. Почти что половина. Это что такое? Зато крыски есть. Так, тортницы здесь нету? А, блин, как будто под этот подвал, как там назывался-то вечно. А где вообще этот Крымхал-то? Откуда? Понятно. Где штурмится, интересно, находить. Ничегошеньки нету. Этими мячиками. Я здесь тоже. Уп! Что застрял вообще? Ой-ой, гадость какая. Ну все, мне пиздец. Да, просто отлично. Не понял. Загрузка. Ты странный. Я вообще-то не так сделал, мне кажется. Нам вообще даже никуда идти больше. Мы снова оказываемся в какой-то клетке, чертовы, а? А я бы чуть-чуть здесь сделать нужно. Где я? Да, в общем, я должен найти путь, чтобы выбраться с этого места. Понять, как этого сделать. Не очень понятно. Так и не понял. Я что-то надо сделать. Шукать стена? Снова. Хотя нет, вряд ли. Дверь закрыта. Необходимо найти другой путь, чтобы выбраться отсюда. Что сказать, да. Какой здесь путь еще может быть? Фонарь у нас нету снова. Тут штуковина. Ну я, значит, штуковина ничего не надо делать. Здесь точно мы не проползем. Погоди, что такое было? За дверь, что ли, прямо? Что-то еще не появилось. Еще могу дотронуться, только для чего? Погоди, вот это что-то? А, все, что этот. Что такое могу тронуться-то? Это без разницы, дверь все равно не закроет, не откроется.
Так. Что здесь можно сделать-то? Коробки. А может быть, коробки все-таки нужны здесь? Надо их заточить, думаю, всех. Обязательно. Так, сначала как гадосик кроватью закроем. Так, давай-ка. Давай, давай, двигайся. Что, мне там коробка мешает, что ли? Не понимаю вообще. О! Да что ж такое там? Ай, да что, давай ты двигайся, что ли? А, блин, давай. Ты, по-моему, закрывал эту гадость один раз. Что-то не получается этот раз. Туда двигать. Коробки еще. Я для чего-то и нам точно нужны все-таки, мне так кажется. Не просто, что так мы их можем брать. Так, давай проползай. Что такое? Ползет отлично. Я для чего там нам нужны эти коробки. Попробуй когда их. А. Не так, не так, не так. Тихо-тихо. Тихо-тихо. Попробуем что-то с них соорудить, может. Ой, тихо-тихо-тихо, да, блин, нет. Да нет, ее просто, ну. О, вот так, если... Вот! Вот, отлично сработано. Да, ящики не зря, в общем, лежали здесь. Нужно будет все по ним как раз и залезть, в общем-то, в эту дыру. Отлично. Так, дверь точно не закроет, не откроется. Так, ну ладно. Понял, что надо здесь делать. Так, что у нас записка? Это, наверное, на английском, да? Эксперименты. Так, эксперимент 17-го... По номеру 17, что ли? 21 августа 1840 года. Что-то все на английском, блин, все. А надо, чтобы потом попробовать перевести, можно, конечно, сделать перевод отдельно. Что-то написано. Ну, может, из вас не прочитан документ. Так, а что нам? Так, в общем. Продолжаем. Так. О, снова те эксперименты, черт вам. Так, о. Так, вижу, такая трудница хоть первой этой модификации. Что-то этому нам давали трудницы. Фонарь меня отобрали. Говнюк этот, чертов. Так, а сюда попасть можно? Так, сюда, конечно, попасть можно. Снова это черт послись. Этого говнюка здесь валяется. Очень там приятном виде. Там вообще ничего даже нет, кроме трудностей. Так, о, посмотрим, что у нас дальше.
Так, 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 так. Нет, дочились, ничего нету. Семечки. Черт, здесь фонаря нету. Где вы сядете, блин, интересно? А это что такое? Ладно. А это что такое, блин, за хрень? Хренатень какая-то. Полый гласного. О, старая знакомая, которому в оригинальном лизе взламывали замок. В одной из дырей, где, в общем, кстати, невидимого к этого на ярко, что ли, как там забыл его. Пытаюсь это напугать. С этими криками, визгами. Хуже некуда. Так, может здесь есть что-нибудь? О-о-о! Опиум сюда. Трутницы. А где фонарь, блин, которые забрали нас? Или туман стрел придется забирать? К этому бородячего зовут. Бородит, блин, здесь бородит. Колобродит. Я на секретаре дал, снова проводили эксперименты. О, блин, жесть, конечно. Пиздец. Части тела, блин, сжигают. Какая жесть, а. Я на такому мощном там мудила, что все это делал. Здесь вообще уж ничего нету. Сотреть-то можно, да. Так и есть. Я ничего не вижу. Все, здесь обыскал. Я начинаю, наверное, полгода будем взламывать замок этот. Точно. Dungeon Halls. Опасные залы какие-то. Нельзя использовать. Или нет? Нет, смотри-ка. Видимо, ли что-то другому взяли ее, что ли? Или замок нам был взломать? Фигу, ах, нет, какой замок, то ли? Ну, так бы выбрались. Без фонаря? Пиздец. Это плохо. Где мы еще оказались, непонятно. Получим как бородить, блин. О, что-то есть банка какая-то. Блин, надо зажечь свечу. Он сейчас теряет рассылку, черт, полностью. Снова началось в этом барображении. Получим как, блин. Чё, фонарь при этом нету, вот какого чего-то. Фонарь забрали это, блин. Так, неинтересно. Хотя, может, интересно. Так, банка. И то он снова не появится, надеюсь. Которую я банку возьму. Свечи вообще не зажигается. Какая-то новая записка. Первый из двух частей. Он вернулся. Вернулся, чтобы умереть, что ли, или что там? Для смерти. Что я сделаю с этим? Последней ночью, 21 августа, я был... В общем, был где-то термин для... Так, я был, что ли... Для моей работы в тюрьме. Думаю, надо все-таки потом перевести отдельно эти записки. Так, что у нас добавилось-то? Ага. Этот, может, не знаю, листок, что ли? Как говорится, это... Оказывается, слабо забыл уже. Вспоминает, что ли, мел. Этот листок... Блин, забыл слово, черт, берег. Ну, что-то вроде... Вот эту леску я вспомнил об Александре.
Может быть, что он вернулся. Где я? Это Бренденбург. Я должен найти какие-то ответы на свои вопросы. Что вроде да. Немножко говорит, немножко вспомнил об Александре. Может ли он вообще, может, только вернулся, он вообще интересно. Главный герой говорит, находится ли он в Бренденбурге, возможно. Надо ему найти, в общем, ответы на все эти вопросы. Где он вообще находится? Что здесь вообще происходит? Что вроде этого? Да, абсолютно. Видимо, сейчас, видимо, мы играем за главного героя, который зовут снова нашим Даниэль, наверное. Чё за хрень? А что за звуки, блин? Пиздец, фонаря нету, вот, а. Только трудница, отлично просто. Блин, это что такое вообще? Полтемка, блин. Похожу кептотирмом. Пиздец. Куда вообще иду? И найти фонарь бы, вот что. Фонарь же не нужно искать, придется так породить, блин. Это вообще полный пиздец. О, трудница, блин. А то не знаю. Мне не нравится просто без масла ходить. Без, точнее, без нашего фонаря любимого. Да. Это было не так долго. Моя любовь, я найду его. Я могу использовать его, я могу вернуть тебя. Я не так и не... Не должен оплошать, а не должен оплошать снова, что ли, что-то вроде этого. Где это вообще такое? Тут цепями шумит, блин. Иду басит, тут, не знаю, то ли себя бабушку. Это там никого нету? Или это галлюцинация, не знаю, главный герой, что ли, снова. Вернулись. Блин, без фонаря, пиздец. Какого хрена? Блин, он здесь, что ли? О-о-о. Он здесь. Пиздец. Куда мне прятаться? Ох, блин, зря. Привет. Надеюсь, меня не увидишь здесь. Пиздец, блин. Блин, пожалуйста, только не смотри на мои стороны, не смотри на мои стороны. Уходи, пожалуйста, мне надо было там прятаться, черт. Я думал, что там раскованность в этой комнате находится, на говнюк. Пиздец, блин, уходи. Ой, сволочи. Ну, по всей ДК обычно все сделано. Посмотри, это все-таки модель всего было сделано не в России. Русским мододелом, я это в Америке, что ли? Или в Англии, фиг понимаешь. Сом не круто, круто. Ну, конечно, уже примитивные методы. Он что, ушел, что ли? Примитивные методы запугивания используются. Как и в Нази оригинальный, блин. Так, на свет. Вот ушел, что ли? Ай, пиздец. Ну и дверь просто сломал, значит, парился еще. А
знает, что такое вообще за звуки-то, блин. Значит, можно не пугаться про запугивание. Я был здесь прятаться, вот ты дурак. Да что, опять деревья, надо мне на свет смотреть. Говни, блин, появился, зараза. Фонарь, блин, где мой скотин такая? Сказал бы ему. Чё-то нифига не видно здесь. Блин, нифига не видно. Оп. О, масло. Блин, да где им фонарь там взять? Не масло, то нет, не фонарь, точнее, нет. Где же фонарь мог забыть-то? Там, что ли? Ух, такой свет красивый. Все, мне кажется, и вряд ли... Какого хрена? Че за... Зажат между камнями, что не пойму. Че за хрень? Вообще непонятно, что такое. Ни хрена ничего не видно, вообще ничего не вижу. Нифига ничего не вижу, блин, да? Хотя вряд ли мне что-то здесь спадится. Все, вообще, мне кажется, ничего нету. Даже фонаря нету. А вот это эти масло. Но масло, блин, куда мне класть, вообще непонятно. Все, фонаря не вижу. Вообще ничего полезного нету даже. Да, никуда это на штурницу никуда использовать. Я думаю, масло будем, точнее, фонарь найти нужно быстро. Давай, блин. А куда вообще пришел, конечно, не хочется мне знать. Идти за ним тоже не хочется. Но вообще непонятно, за вот что пришел или с той стороны муж пришел. И все завалено. Не знаю, непонятно, в общем. Блин, надо запомнить, бочка находится с маслом. Фонарь полностью наполнен, но при этом у меня, блин, фонаря вообще нету. Ладно, значит тогда. Будем искать фонарь. Фонарь у меня, фонаря у меня нету. Вообще не понятно, где он находится. Книги обычные. Дверь соусь выломал. Говнюк. Да, привыкаю к темноте. А отсюда что пришел, не пойму. Да, привыкаю, блин, к темноте. Блин, коридор. Да, блин, привыкай. Я вообще нифига не вижу. У меня сняли очки, даже ничего нету. Блин, целых две двери здесь. Которые меня при этом немножко пугают. Дверь закрыта. Ключ нужно, чтобы, видимо, открыть. Но дверь нужно, наверное. Тихо, это у меня был? Нет, не был. Придется через дверь эти двери обследовать. Пойду сначала с этого начну. Снова это слизь, чертова.